Ельцине тут, конечно, был лютый замес. Коммерс и дикий капитализм, 140-е мерседесы, мрачный пиздец в Чечне, авизой финансовые пирамиды. В центре Москвы первые клубы для пидоров. Танки вовсю шмаляют по Белому дому. Всем детям разрешили не ходить в школу. Ну так себе приколы. Гуманитарная помощь, сухое молоко и кошачьи паштеты. Группа мальчишник со своим озабоченным рэпом. Сейчас все это ретро. У бабок на Лубянке фурики с кеточем. Кстати, кеточ опять модно, деточка. Братва по локоть в крови целует иконостас. Лосины, дискотека, Улисы, модели Red Stars. Разъебали фугасами красную братью, засевшую в парламенте. Свобода слова, гласность, демократия. Херши, кола, героины, вафли, кукуруку. Братки закапывают трупы друг друга. Отстрел банкиров, как на сафари. На Сеге Тасмания, от юга до севера страну растаскали. Залоговые аукционы для приближенных кормушки. Рыночные отношения, Ичкерия, торговля, оружие. И буду воровать, буду воровать, буду воровать. Воровал, ворую. И буду воровать, буду воровать, буду воровать. Воровал, ворую. И буду воровать, буду воровать, буду воровать. Воровал, ворую. И буду воровать, буду воровать, буду воровать. Ельцин отвалился, прошло 18 лет. Феодальное государство, живем при царе. Кто-то присел на 20, кто-то легализовался. Кому не повезло, прилег в тишине на Хованском. Гайки крутятся, как катки на генеральском крузаке. МВД, ФСО, ФСБ, Центр Э. Ты тут двигаешься с кем? Чайки прилетели, есть пару схем. Миллиарды в хате у полковника. Откуда столько, даже не знает Навальный с квадрокоптером. 400 килограмм кока завалялись в посольстве в Аргентине. Бля, вам Пабло стоя бы аплодировал. Обход блокировок через ВПН. Но чтобы наверняка это ВКО, СВО и ДМИ. Санкции, сумки с продуктами из Европы. Вы наверху можете не жрать, а нам камамбер с кофе охота. На весь мир по ящику мультики с ракетами. Типа они крадутся, как и весь этот пиздец, незаметно. Отдыхали двое в яхте, не считая рыбки. Пришлось порыбачить потом на тайском рынке. Воровал, ворую, и буду воровать, буду воровать.